Я же сама сидела. Очень большая ошибка. Я уже устала, как только встала. Куда домой можно уже идти? Очень сложно разговаривать на камеру спустя столько времени, но я решила, что мне стоит возобновить мои приколы с влогами на ютубе. Такой день сегодня хороший, блин, это выходной, выходной в среду, что может быть лучше? Мне кажется, господи, я так не отдыхала очень давно, это так хорошо. Мы с утра вместе встали, позавтракали. Я почитала книжку, дочитала просто потрясающую книжку. Ходили мы, значит, в парк. Сейчас видосики вам тут показываю. Вообще просто чума. В целом хотела поделиться, наверное, своей какой-то внутренней тревогой, которая есть. Вообще не понимаю, что мне делать с собой, потому что в последнее время мне нравится, как я выгляжу. Мне нравится, как я чувствую себя. Все вот через жопу. Это все, наверное, это диплом. Я надеюсь, что после него у меня все наладится. Вроде все хорошо, а вроде ты себя ешь изнутри. И так постоянно по кругу, постоянно по кругу. Блин, это от хворов пахнет просто как лагерь. Мы носили такие браслетики в лагере от комаров, желтенькие. Вот это пахнет так же.
Это просто какое-то видео из ДВГшника, который просто рандомные мысли рассказывает в течение одной минуты. Небольшой снег пик офиса, я решила, что я сниму отдельное видео по поводу дня в Тиньке, так что пока я буду просто кусочками показывать. Город очень бомжевит, мне не очень нравится. И сегодня еще забирает папа с работы. Thank you.